иду вот я обратно, иду и думаю. Мне так понравилось общаться на камеру. Я теперь понимаю блогеров, которые там снимают себя, все такое. Я думаю, что нужно расширять контент канала. Думаю, гулять с камерой, общаться, показывать какие-то интересные места. У нас тут много, кстати, интересных мест. Вот, допустим, вот мужик купается. Тоже интересно. Посылки из Китая, это, конечно, все круто. Мне кажется, круто тоже снимать себя. Спасибо вам, кто подписан на мой канал. Я безумно это ценю, уважаю. Пишите, пожалуйста, в комментарии, какие бы вы хотели видеть, еще раз напоминаю, посылки. Там, допустим, какие-нибудь часы, там, не знаю, очки, что-нибудь такое. Ну, такой прикольный вот. Там, может быть, электронные сигареты, кстати, они идут из Китая. Так, что, опять сюда идти, что ли? А, пойдемте так. Вот. Ой, что-то устал. Жирный, сука. В общем, одним словом, спасибо всем, кто подписывается на мой канал. Он, конечно, не такой большой, но он информативный. Да-да-да, могу сказать, немногие крупные каналы так могут похвастаться таким контентом, как есть у меня. У меня есть и обзоры, и распаковки, и вообще там все есть. Летсплей даже есть, вы представляете? На Most Wanted даже проходил когда-то. В принципе, всем спасибо. Очень-очень вас сильно люблю. Надеюсь, что скоро мой канал расцветет и будет прекрасен, как этот лес. Ну, конечно, не та помойная яма, а вот лес. Потому что помойную яму я не хочу делать. Фух, рука устала. Реально круто снимать все на камеру. Гениально, блядь, кто это придумал. Фух, а что, мне скучно, я иду по парку, вот общаюсь с камерой. Кстати, когда вот я общался с камерой, вот когда туда шел, так быстро дошел, так обычно дорога занимает минут 15-20, а с вами иду так минут 7, наверное. А может, я просто не замечаю времени, видите, когда общаешься на камеру, что-то там говоришь, излагаешь. Ну все. Откуда это мы пришли, собственно? А, да. В родном лесу погружусь. Тут, кстати, очень много черники в этом лесу. Грибов там разных. Все. Отличный лес. Ну, такой парк. Вот, черничников очень много. Скоро будет черничка. Будем ходить собирать. Может, даже и на видео сниму. Что-то меня вообще волна поперла такая. Фух, блин, батарея садится. Камера, блин, хорошая, но батарейки алкалиновые. Вообще сжирает в мах. Покупался Duracell. Вообще не... Чё тут? Дерьмо такое все. Вот Energizer вот более-менее держит. Вот сейчас. Уже сколько распаковок с ним снял. И вот сейчас видео снимаю. В принципе, он уже моргает, что батарейка села. Да что ты тут ходишь? Я уже боюсь, блин. Вчера посмотрел обзоры тоже в летсплее инди-хорроров. Ну, такие измысловатые страшные игры на компьютер. Вообще срался кирпичами. Тут сейчас иду и срусь тоже. Да что, все завалено-то, блин. Как поворот не туда. Не дай бог. Так что, что-то я так дышу-то странно, а? В принципе, погода сейчас нормальная. Вчера был дождь, вообще хер. Вообще душ прям целый день лил. А сейчас норм. Птички поют, солнышко светит. Явочка Ray-Ban в кепочке. Непонятной мне фирмы. Но зато она клевая. И недорогая. Что я, в принципе, люблю. Недорого и со вкусом. Фух. Ну все, я, наверное, вас достал уже. Все, всем пока. До новых встреч.